Да. Всем привет, ребятки! Вы снова на нашем канале Йогер-блогер. Мы уже третий день путешествуем. У нас первый вакейшн в Америке. И мы приехали не в Аризону, как мы планировали, а ближе к Орегону. То есть это ближе к северу. Здесь, несмотря на то, что я чекала воздух, думала, что он загрязненный, но тут потрясающий воздух. Тут очень свежо. Смотрите, какая зелень классная, как вообще здесь дышится классно. Никого нету. В будни, как правило, здесь вообще нету людей. Мы одни здесь гуляем, слушаем птичек, путешествуем. Ничего не надо. И тут даже главное в Америке не просто куда-то локально доехать, а сама дорога потрясающая. Я уже сколько записывала на GoPro. Здесь просто едешь, сначала туман красивый, потом океан, потом вот такие секвойи. Потрясающая просто природа в Америке, здесь все облагорожено. Вроде едешь, какая-то деревня, проезжаешь, здесь можно кемпинг делать, можно останавливаться, просто хайкать на великах. В каждом парке написано, можно ли хайкать, можно ли что-либо делать. То есть в каждом парке есть таблички, есть трейл мэпы, целые карты с дорожками, трейлами. То есть все очень облагорожено. Раньше я думала, ой, я не хочу платить за кемпинг, за то, за все. Но сейчас я понимаю, что это стоит даже заплатить, чтобы люди позаботились о том, да, какие дорожки, есть ли туалеты, есть ли, ну, какая-то цивилизация даже в парке. И здесь можно пойти как в дикий лес самому, так и пойти по трейлу. Трейл – это такая тропа, по которой все люди ходят, но здесь очень много вариантов этих дорожек, поэтому можно заблудиться, можно взять с собой еду, покушать в парке. Тут даже говорить не хочется, потому что такая тишина, такое спокойствие, умиротворение. Вот. Кто-то там ходит. Сейчас у нас 5 ноября, представляете, и так тепло. Я думала, мы замерзнем в Северной Калифорнии, но оказывается, ноябрь очень теплый. По дороге, пока едешь, все золотые вот эти листья прекрасные, солнце светит. Туманы, они локальные. Едешь в тумане, такой свежий воздух, принимаешь душ, такой fog shower, а потом сразу солнышко, красота. Так что я очень рада, что мы сюда приехали, потому что планировали поехать в Аризону, но там, я думаю, было бы очень жарко. А тут вот мы гуляем, смотрите, очень тепло, хорошо. И как вы знаете, у нас сегодня тоже такая новость, что лидирует у нас касательно политики уже другой президент. И как вы знаете, многие калифорнийцы именно за Байдена, не за Трампа, да, немножко переключилась, потому что это важно, сейчас ноябрь, и очень многие у нас даже... Наши друзья, знакомые, да и многие, кто живет в Калифорнии, они за Байдена. И пока мы ехали по дороге, казалось бы, какая-то деревушка непонятная, но везде написано «Vote, vote, vote, Biden». Не Трамп, а Байден. Поэтому понятное дело, что лидирует сейчас тоже Байден, несмотря на то, что за Трампа огромный штат Техас. Но я тоже честно за него, потому что он поддерживает зеленую экономику, green power, renewable energy. За кого ты? Ну, Байден. Ты сказал сначала с Трампа, потом Байдена. Я его поддерживаю. Да? Нет, я за Байдена. Ну смотри мне. Потому что он поддерживает зеленую экономику. И сейчас, если посмотрите портфель свой, да, на Robinhood даже зайдете, зеленка начинает расти. Renewable energy, Solar City. И тоже по Калифорнии едешь, смотришь, солнечные батареи, ветряные мельницы, выращивают виноград, выращивают груши для сидра. То есть тут очень много таких фермерских вещей, которые тоже будут поддержаны. Вот, так что я за новые технологии, за то, чтобы мы развивались, за то, чтобы наша планета была более чистой, более свежей, чтобы парки были более такие облагороженные, чтобы вся природа дышала, чтобы мы тоже начали дышать, потому что все вы знаете, что сейчас уже пик углекислого газа, угарного газа достигает максимума. Вот, так что я за зеленочку.